можно сказать, англичане. Да уж, ему хватает поздравлений. Да, хорошо. Напишем ей письмо. Для тех, кто доживает до 100 лет, она лично присылает открытку. Да. Кстати, мама сейчас сказала, знаешь что? Для тех, кто доживает до 100 лет, королева присылает открытку лично. Подписывает лично. Да, ну подписывает лично. А там книга завис какой-то водитель. Что-то слышал с ним. Да? Не знаю, даже не слышала про это ничего. А спросила, кто она? Grandfather is asking about that. Ты говоришь, был какой-то бандит у королевы? Да. Он пришел с арбалетом. Queen's house. Он с арбалетом пришел, да. Queen's passed away. No. Галишка, Гали, my beautiful, Гали. A thief in the house. They killed him. Oh. То, что тоже. Не, ну он говорит, что было такое тоже уже. Ну тот был без арбалета. Вот. Просто этого арестовали, себя. Потому что он пришел с арбалетом. Первый раз нормально вел себя. Галичка, ты еще спишь? Гали. Ну так. Что еще новенького? Она еще в семье. Окей, Алла,